Так, ребята, всем доброе утро. Да-да, он там находится, Ангкор-Ват. Ну, это все будет только на вот этом видео. Здесь коротких видео это, разумеется, не будет. Может быть, маленький фрагментик какой-нибудь засниму. В общем, наш байкер нас ждет. Приехал за нами без 10:07 где-то. Всем пока похомячил, короче, в эту минуту. В 10 мы выехали. Хотел нас это, за 6 баксов купить это 2 пива и 1 воду. В общем, я купил за 3,5. Еще и холл купил. В общем, это, короче, идем туда, в Ангкор. What? Второй храм. Без камеры сейчас снимаю. Только камера на мобиле. Здесь храм вот этих голов, которые, как я понимаю, смотрят по всем странам. Сейчас будем тут осматривать территорию. Кстати, только что это тайцы нас встретили на проходе, проверили пропуска. Вот у нас, как обычно, есть все с собой. Ну, обычно у нас нету, но сейчас есть. В общем, сказали копенка. Я говорю, короче, окей. Вот так вот. Туалет из той кафешки только здесь. Мне сказали то, что не для леди. Я говорю, да леди тоже трусы приспустит, да и нормально сможет сходить. В чем проблема? Короче, все окей. Должно быть. Так вот дерево облепило. Все. You need a fan. You're too hot, man. No? Thank you. How are you going? Ребят, так потихоньку путешествуем. Очень жарко. Сейчас кондишн найдем. Будет хорошо. Так жарко, но этот... Извините. Он Артем идет. Фух. Огончик. Вот она. Классно. Делаем фотосъемки. Опять мне сюда сейчас. Ну уже с видео. Не могу. Еще один храм надо будет потом. Ребят, манго джус пью. Пивас уже невозможно. Да и он еще и по $4 стал. Все, надо наверх лезть. Мы в крайнем храме. Вон там, около той двери. Я оставил клад. Но все будет только на этой камере. Так что, ребят, ждем потихоньку. И все пойдем. Мы уже, короче, приперлись в отель. Было 4 часа. Короче, искупались в бассейне и вырубились на час. Короче, было жестко. Мы, получается, сколько чем? С 7 до 4. Это, так что, 3 часа. 9 часов, короче, мы торчали в этом Ангкор-Вате, блин. Короче, жесть, ребят, устали просто дико. Так что сегодня будет, может быть, более по лайту, не знаю. Как, может, вечером на трансляции выйдем, посмотрим. Может, крепко что возьмем, это выйдет, выйдем в реальную жизнь. А так что, короче, это, на сегодня, наверное, хватит. На камеру все будут записывать. Ставим лайкосы. Окей, Google, да? Ну и все, давайте, на связи. Увидимся.